Бамбук. Батарейка села на GoPro. С телефона снимаю. Хотите, чтобы по городам ездил? Пишите. С одним условием, если вы меня оплатите билет на автобус туда-сюда, я буду кататься, как вчера это сделал, допустим, в Грузу съездил, в Алушту. Не хотите? Не надо. Я и по Ялте погуляю. Это все делаю тут. Было хорошо и все. Все сейчас сошкрябли и новую кладут плитку. Блядь, что же с башкой с моя? Мысли в кучу не соберутся. Где-то в облаках летаю, сосредоточенность нету. Тут появилось после второго ковида. Не знаю, ковид это был, нет, хер узнает. Нос ацетоном каким-то дышал. Хотя пищу чуял. После него как-то вообще, блядь. Охота сказать, вот, допустим, вот как Агава или Аява, Агава какая-то, да, вот эта американская. Вот я не могу вспомнить название, блядь. Аж трясет от этого, то, что не можешь сосредоточиться и речь поставить, правильно? Небушка красивая. Ну что, рыжик, куда пошел?
Пантера, тебе надо на набережную идти, уж не обижайся. Резик, спрыгивай. Резик. А что вам не нравится, эти высотки? Вот все говорят, вот поставили высотки, высотки, высотки. Ну да, на этом месте вырубили деревья, согласен. Ну разве не красиво? Че, вам негде больше подышать? Вон. Мордвинский парк, идите. Да тут много зелени-то. Если я новые здания, красивые же, ну чё? Смотрите, какая красотень. Блядь, да как там люди живут, вообще такая высота. Чайка на балконе сидит на 7-м этаже. Проезд парковый он называется. Проезд парковый. 14 марта сегодня. Плюс 8. Плюс 8. О, море, море. Отдел продаж от застройщика. Ну что, туда прогуляемся. Бейсбольная площадка с советских времен, походу. Да, доска такая старенькая. Вот здесь спуск от этого дома. Прикиньте. А что бы было бы здесь? Что было здесь раньше? Такого спуска не было с такой дорожкой, с плиткой. Если не было бы этого дома. Блять, какой же он здоровый, а! Сколько здесь этажей? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, наверное, 21. Ресторан на море написано. Вот теннисный корт здесь. Слушайте, а это, наверное, один и тот же застройщик, походу, да? Вот видите, стекла вот эти вот на набережной. На набережной стекла ж такие. Они, походу, и делали эту набережную, наверное, да? Косметология, отель, спа. Вот даже дерево не тронули, видите, как там... Сделали все. Ну, огромный домяра.
Какой же он огромный, я просто в шоке. Полукругом таким идет, смотрите. Блин, ну надо же, а. Красавчик такой. А это уже улица, парк имени Гагарина. Там что-то тоже строят, что-то трактор там что-то шебуршит. Вот такой полукруг он найдет, вот этот дом. Ну и ну. Он полностью круглый, блин. Вот смотрите, уже с этой стороны зашел. Вернее, с другой стороны зашел. Классная избушка. Классная избушка. Вот лавочки там. Все аккуратненько. Фонтанчик вон маленький. С ракушечками. Смотрите, какой фонтанчик, красавчик. Кошка бегает по территории. Вот тоже деревья не тронуты. Рядом с ним. Вот здесь у них детская площадка вот такая. А лучше заселился бы чиновник, что ли, какой-нибудь. С Думы, да? Так лучше, что ли? Здесь хоть люди живут, или что здесь вообще? А так чинуша какой-нибудь выкупил бы, блядь. И ни себе, и ни людям было бы. Да, вот это точило нас против этого дома. Прям так... Смотрится здорово. Улица Парковый проезд. Красивый райончик. Крымская Ривьера. Ой, вот это небоскреб. Мама мия. Приморский парк написано. Там что-то какой-то занятый двухэтажный, за ним какое-то еще здание, там что-то еще. Кошка сидит. Хорошо. Собаки тебя не видят, кошенька. Хорошо, тебя собачки не видят. Привет передал. Все. Да. Небоскребище. И плитка, главное, плитка выложена. Представляете, от низу и до верха самого. Блять, красиво. Так, а как отсюда выходить?
Рыжик, ты не знаешь, как отсюда выйти теперь нам? Рыжик, смотрите, где он лазит. Как он любит вот эти вот всякие эстакады. Девушка стекла протирает, ухаживает. Что здесь? Кафе какое-то. Удивительно, а что здесь машины такие делают? Четверка, десятка. Вот таких домов, такие машины. Удивительно. Может, кто из подписчиков здесь живет? Ну-ка, колитесь давайте. Колитесь. А то мне все пишете. А что ты дальше не пройдешь по Приморскому парку? А вот там, вот там-то такой-то дом есть. Почему ты именно его не снял? Блять, тут все подписчики у меня живут почти, наверное. Хотят посмотреть, дом целый, нет, как там квартиры, не ограбили, туда-сюда. Поэтому напрямую не говорят, ты сходи, пожалуйста, сними там домик, я там живу. А так это говорят, знаете, зашкерились. Миндалек цветет. Все же боятся рот разинуть. А вдруг ограбят? А вдруг прибьют? Лучше я промолчу туда-сюда. Здоровее буду, деньги целее будут. Трясутся все за свои кошелечки. Хорошо, когда денег нету. И трястись не надо, блядь. 10 метров мне хватает с Рыжиком. Хаты. Замечательно. Не завидую тем людям, у кого такие домишки. Просто не завидую. Она не спит, наверное. Все в сигнализациях, в проводах, блядь, окутано. Под подушкой три пульта, блядь, два ствола. Вдруг кто-то, блядь, придет ночью. Куча собак, ворота пятиметровые. Ничего это не поможет, блядь. Ни ворота, ни... Центр экстетической медицины, салон красоты. Так что, подписчики, распродавайте все и живите спокойно. Стеночка какая по правую сторону, красивая, с плитки, с камнем. Рыжик, как тебе райончик? Ты бы хотел тут жить, Рыжик? Рыжику нравится здесь. Здесь много зелени. Красивый район. Что вы так в обиде на него?
Ну, есть у людей деньги. Деньги замутили такую тему. Дома построили. Ну, что вы обиделись так на них? Мне нравятся такие домишки. Вид придали они Ялтушке. А то колхоз колхозом, блядь. Что они тут? Много природы загубили. Вон от вокзала и до Массандры, чуть не до Массандры пляжа. Мордвинский парк бесхозный. Хер его знает. Бесхозный, бесхозный. Кто-то там заборы понатыкал, короче. Никто там это ничего не делает. Выкупили или что там. А там столько гектар. Орлиное гнездо. Санаторий. С той стороны я снимал вам его. Со стороны Сеченова. А это Котельникова, по-моему, улица. Сейчас забыла эти улицы, короче. Девушка, как эта улица называется? Котельникова? А, Коммунаров, да, спасибо. Коммунаров и Котельников. Вот, смотрите, вот, вот беда. Видите, что это? Плитка с советских времен. Дорога, тот же асфальт. Вот. Вон там можно гулять внизу, короче. Снег еще кое-где лежит, видите. В Алуште вчера уже снега не было. Но меня Алушта парк написала, говорит, у нас снега не было. Удивительно, а почему у вас не было снега? 30 километров от Ялты, Алушта. И снега не было. А я тоже удивился. Приезжай туда, там сухо, главное. Не только на набережной, а на улицах сухо. Думаю, почему? Что за фигня? Сначала я подумал, что там как бы горы вдалеке от поселка. И как бы проветривается. Думал, наверное, из-за этого. Потому что здесь от моря гора идет, да, вон она идет, идет, идет. И прям полностью опять до моря горы закрывают эту Ялту. Как-то так я размышлял по-своему. А оказывается, там снега не было, удивительно. Ну, слегка-то, наверное, был. Вон там гуляй, пожалуйста. Там простые дорожки, не асфальтированные, ничего. Просто камнем обложены тропинки. Ну, тут дорога, вот это вот, шум, гам. А так, вот этот район мне вообще нравится. В 86-м году я в этом районе тут в основном-то и тусил. Я жил-то вот здесь, вот 100 метров отсюда. Вот. Вот остановка даже есть. Это вот дорога, она идет вот так, петляет там ближе к морю. Там виноградные, виноградники какие-то. И виноградная улица, по-моему. И вот так она петляет и выходит там на объездную. И там уже Ливадия, короче. Километра два отсюда Ливадия. Может, полтора километра. Вот сток для воды тут. Вода сливается. Рыжикджан воду пьет, бедный. А вон, смотрите, сорока, видите, что-то нашла. Как каша, что ли, там кашу, что ли, наложили. Желтенькая, что-то вон она поклевывает. Ну, есть люди, которые и птиц кормят, кто-то собак кормит, а кто-то конкретно по кошкам. Кошек кормят. Вот такая вот колоннадушка, красава. Такие мне вещи нравятся. Блять, по Ялте замутить бы таких вот побольше.
Из Ялты действительно можно конфетку сделать, согласись. Но просто никому это не надо, блядь, карманы набивают и набивают, набивают, когда, сука, накурится. Обидно за Ялту. Ялта — жемчужина Крыма, как только ее по телевизору не обзывают, да? Ялта — это самый лучший курорт и все такое, и туда, и сюда. Южная столица Крыма, да. Да чё же вы тогда плитку не поменяете, блядь, если она нормальная, Ялта это, блядь, у вас. И вот эту плитку положили, вот этот дом положил. Вот эту плитку. А дальше чё? Смотрите, всё покоцанное, всё в трещинах, блядь. Да что же мне такие машины сегодня попадаются? Откуда они, такие машины? Ну-ка, сейчас посмотрим регион. 82-й. Вон этот дом. Он, видите, замутил как-то площадочку, все. Хоть видок появился в этом районе. А если бы эти застройщики не построили набережную в Ялте, вот эту Приморскую набережную, так бы и был бы отстой, блядь. Ну, что это? Это Ялта, что ли? Мухосранск, блядь. В любую сторону укажи, и везде фуфлыжный асфальт. Везде покоцанный. Вот, на набережную асфальт пошел. Вот такие бордюры советских времен, блядь. Ялта. Вот здесь вот что за безобразие, блядь. Могли бы покрасить вот это все, вот побелить, блядь. Все в грязи, в пыли, блядь. Тут летом идешь в пыль столбом в Ялте. Некоторые не верят, блядь. Ты гонишь, ты врешь, блядь. Смысл мне врать? Просто улицы ни хера не поливают эту пыль. Пока я шел, болтал, смотрю, рыжик один идет, этот, как его, черныша нет с нами. Смотрите, здесь еще снег лежит. Здесь тенек в основном, поэтому улица Володарского. Вот из-за коммерческих магазинов, ну как у нас в Оренбурге было, магазин человек, ну в пятиэтажке, допустим, вот в первом этаже у дороги, выкупил там у жильцов крышу и замутил там магазин. И тут же сразу администрация ему говорит, там был гараж, короче, асфальт, блядь, делай плит, плошек у своего магазина. Ну и здесь, наверное, так. А если их не было бы, кто бы, администрация делала бы сама бы что-нибудь. Только на набережной. И то, там уже давно кое-где надо все поменять. И плитку, и блядь, эту колючую проволоку там обрезать со всякими там делами. А вы видели, какие волнорезы там на набережной, где пароходик причаливает? Просто без слез не глянешь. Вот там более-менее шевелят, подметают, умывают лицо Ялты, набережная. А дальше больше вот такая тема. Да нет, хозяина нету нигде в городах. Вот я в Алуште вчера был, я просто удивился. Я был там весной, что-то еще говорю, что-то меня Алуште что-то не нравится, туда-сюда, что-то туда-сюда. А вчера съездил, мне так понравилось. Там дворники ходят, короче, парки чистые,
убранные, нету там ни грязи, ни бумажек, ни бычков, ничего. Урны стоят. Активная улица вниз пошла. Все, в Чехово упрется, там следующая улица, тоже в Чехово упрется улицу. Севастопольская там. А, не Севастопольская. Мы идем по Володарской улице. Здесь вот. Ну хватит тебя! Вот бордюры посвежели. Посвежели бордюры. Вот у нас на Горького асфальт делали. Летом или когда делали, весной. Бордюры старые оставили, покоцанные. Или вообще их сняли, убрали. Короче, новые не поставили вообще. Фу! Нельзя! Буду закругляться уже. Здесь уже Горького. Горького, господи. Это... Да что ж ты не угомонишься никак? Ты, ну ты что в натуре, чеканулся что ли? За крыло кусаешь машину. Блять, меня ж прям это все, меня прям бесит. Рыжик, я сейчас, блядь, пинка поставлю тебе. Тебе делать нечего, что ли? Ой, блядь, чуть не упал, видите, здесь лед. Тени лед. Горького улица назвал я. Какая же она Горького. Вот здесь что ли София Ротару живет? Значит, в 86-м году меня куда-то водили и квартиру показывали, и я не помню. Что-то вроде как этот вроде Гоголя улица. Видите, лед. Всем пока. Рыжика буду кормить. Выложу ролик. Рыжика Джан, мы домой идем. Небушка. Нежной такой небушка стала. Вот, смотри, что сегодня за день. Копейка. Откуда она копейка взялась? Ты не знаешь, Рыжик, откуда этот причиндал нарисовался здесь?
Смотрите, Пионерский парк в снегу. Представляете? Здесь тень. А ему уже готова еда. Я сварил ему это суповой набор. А из бульона гречку забодяжим. Так что все у него уже есть на готове. Все у него уже есть. Рыжик увидел кота, смотрите, кот как взъерошился. Что? А может, ты его не будешь трогать, Рыжик? Мимо пройдешь? Давай, иди мимо. Пошли, Рыжик, не трогай его, пожалуйста. Вот и вышел, смотрите, куда, на какие просторы красивые. А? Молодец, Рыжик. Не стал трогать кота. Не твоя машина, Рыжик. Снега столько здесь, я вообще в шоке. 5 сантиметров тут льда. Ё-моё. Тень здесь. Тенёк.